мы говорили, мы сегодня начнем ровно 8, и мы не будем, я надеюсь, мы не будем много говорить, мы будем сегодня играть. Играть мы будем не то, что мы играем в последнее время, мы будем играть композиции, которые нам нравятся преимущественно. И начнем мы с композиции под названием... Африка, который написал афроамериканский музыкант, которого зовут Д'Анджело.
Лев Трофимов. Сергей Гейр, бас-гитара. Антон Хабибулин. Влад Салин. И у нас сегодня специальный гость Евгений Иванцов. We'll be right back.
зале. Thank you.
Бога! Спасибо. Я даже забыл, что мы играли. Мы играли много не своей музыки. Да. Давайте я просто еще раз вам напомню. Это был Евгений Иванцов. Евгений Иванцов, барабаны. Сергей Гейер, бас-гитар. Сергей Гейер. Антон Хибигулин. Лев Трофимов. Влад Савин. И мы все-таки сыграем самое любимое и дорогое. Это наше творчество. Наступил тот самый момент, когда мы сыграем композицию, у которой нет названия. У нее название пока только вот. Лучше этого мы пока не придумали. Мы работаем. Причем это большая проблема с названиями. Мы сейчас вот сняли DVD, мы его выпускаем, и каждый раз, вот когда мы вывешиваем одну песню, мы в муках за ночь перед тем, как ее вывешивать, просто ломаем голову себе, как же ее назвать. Assassin 3, да, согласен. Нет, уже Metro Last Light. Ты не в курсе, Сережа. Вот, так что ждите. Название из мира PS3 и компьютерных игр. А сейчас будет композиция под названием We'll be right back.
огромное, что вы сегодня здесь с нами были. У нас ребята улетают прямо сейчас, им срочно надо. Спасибо большое, что вы пришли к нам ровно к 8. И еще раз Лев Трофимов, Влад Салер, Антон Кедеборин, Сергей Гейер, Евгений Иванцов. Меня зовут Николай Моисеенко, приходите к нам на концерты еще. Огромное спасибо, что вы сегодня были, что вас так много сегодня. И до новых встреч. Все.